Всем большой привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня я вам покажу мои новые покупки из магазина Second Hand. Конечно же, по традиции я хочу сказать вам, что в конце вас ожидают подарки, поэтому досматривайте видео до конца. Теперь давайте приступать к тому, что же мне удалось найти. Итак, первая вещь – это матрешки. Здесь их целый набор, от маленькой до самой-самой маленькой. Полностью вся комплектация, стоила 95 гривен, и это мы нашли в таком небольшом, маленьком, нон-нейм магазинчике, в идеальном состоянии, вот даже, видите, цена написана 95 здесь. Кстати, недавно обсуждали эту тему, что очень неудобно, когда цену ставят на товар, на изделие. Я считаю, это портит они тем самым его. Клеить бирочки какие-то, ладно, не будем возмущаться, в общем, такая классная матрешка, очень симпатичная. Я не сразу поняла, это мама моя увидела, нашла, позвонила мне, говорит, надо брать, я это как-то не знаю зачем, но потом, когда она принесла, вы знаете, такая вот деревянная, старинная, красивая, все-таки люблю я вот такие вот всякие штуки интересные, необычные. Я уже придумала с ней парочку идей, кстати, их можно использовать для хранения украшения. А я придумала парочку идей, пару фотографий вместе с матрешками сделать. Следующая покупка, точнее, это даже не покупка, это посылка, это прислали с Америки, это казаки. Хотя, знаете, вот казаки или казаки, я специально даже искала в гугле, пишут, что можно и так произносить. Если есть филологи, пожалуйста, напишите, как правильно, потому что все, что я нашла по информации, нет четкой грани. Так вот, вот такие вот сапоги ковбойские, чтобы не путаться. И натуральная кожа, замша питоновая. Если бы я их покупала, ну, если бы стал выбор мне брать или не брать, я бы не взяла, потому что это кожа. Но так как мне их прислали, то есть это подарок, то буду носить. Очень стильно смотрится, вот честно. Мне часто задавали вопросы, с чем носить казаки. Ребят, если надо, ставьте плюсик в комментариях. Я тогда буду снимать видео отдельно, подберу несколько образов. У меня несколько сапог в таком стиле есть, поэтому я думаю, что могу предоставить информацию, которая будет полезная. Безумно красивая, вот честно, любуюсь. И вот эта вот кожа питона, она не просто еще такая сама по себе фактурная, красивая, но она и с блесточками. Они на солнце играть будут, просто как шикарные, конечно, изделия. И знаете, их можно носить не только в осенне-весенний период, но и также в летний. Очень классно смотрится с шортами. Вот посмотрите, ковбойский стиль, вестерн, как девушки в белой рубашке, джинсовые шорты голубые, левайс, допустим, обрезаны, и казаки. Но это же сногсшибательно. Сногсшибательно. Как только начинаю восхищаться вещами, все, у меня дар речи пропадает, начинаю коверкать слова. Та-дам! Кто смотрит мои лукбуки, знает, что у меня есть сумка Фиглимон деревянная, которая просто всегда выручает, спасает, самая красивая, любимая, самая-самая классная. Так вот, мама моя нашла в секонд-хенде в Харькове, по-моему, в Великой Шафе, аналог Фиглимона, это деревянная сумка. И она требует доработки, так как здесь местами уголки сильно повреждены, и внутренняя часть, видите, вот здесь немножко пошорхла. Но, имея акриловые краски, наждачку, это вообще не проблема, так как сумка деревянная. И дерево очень классное, вот, качественное, плотное такое. Оно никак не повреждено ни коррозиями, ничем, поэтому просто слегка тут его немножко подмастырить, и будет шикарная сумка. Чья это будет сумка, я не знаю. У меня, в принципе, есть Фиглимон, мама моя с клатчами особо не ходит. Но возможно, я себе оставлю, потому что у меня Фиглимон в бежевой гамме, но есть бордо, а в синей у меня ничего нету, а у меня кое-что синее появилось, вы на фоне уже, наверное, это видите, так вот. В общем, скорее всего, это будет моя сумка. Следующая покупка, и я сейчас в них, это лосины. Кожзам лосины, я знаю, что они не модные, я знаю, что шнуровка уже многим надоела, и что вообще сейчас рекомендуют приходить в брючные ряды, да, то есть если у вас стоит альтернатива, что надеть, леггинсы, джинсы или брюки, то рекомендуют выбирать брюки. Но когда я увидела их, я не могла пройти. Я не знаю, почему, откуда эта любовь у меня к шнуровке, к люверсам. В общем, нужны мне такие лосины, не знаю еще зачем. Парочку образов, конечно же, я с ними уже нарисовала себе в воображении, взяла. Тем более цена была 55 гривен, это недорого абсолютно. По дому даже ходить, если что, если там совсем это станет архи не стильно, буду так. У меня еще одни есть кожзам лосины, может быть, продам. В общем, мне в тот момент, когда мы их покупали, они мне были очень-очень нужны. Девочки, не поверите, только я избавилась от всех вещей а-ля травка с гардероба, как захожу в магазин и вижу вот этот вот свитер. Сейчас объясню, почему я его взяла. Вот. Это Guess.
оригинальный гэс, и сзади очень красивая спина, то есть она такая вот с разрезом. Я его ношу на рубаху, на джинсы, на кожзам, на вот клетку, рубашку, на абсолютно сумасшедшие расцветки. Я не могла представить, что вот такая вот травка, ну то есть это такая воздушная ткань, будет теплая, мне в нем жарко. Поверьте, если я говорю, что жарко, это очень теплая вещь, потому что мне холодно во всем, я всегда мерзну. Но вот здесь это... Очень крутой свитер, очень-очень-очень мне понравился, стоил тоже 55 гривен, и, ну, мне, знаете, мама говорит, когда мы покупали, посмотри, какая-то вот ворса, как будто бы заношенная. Нет, это не заношенная, я потом посмотрела, есть разный вид травки, есть травка с синтетическим наполнителем, и тогда он идет более такой вот, знаете, прямой, а есть травка, как вот эта вот, и он такой, как кучерявый. Если вы сомневаетесь, что это оригинал ГС, я вам скажу, смотрите, здесь целая библиотека на бирке, поэтому, да, это настоящий, и тут много, конечно, еще и обрезано, размер М-ка сделана в Италии, я хочу найти состав, в составе акрил и полиамид, это, видите, тоже не натуральный, но почему-то вот именно он теплый, притеплый, очень-очень классный. Тоже, скорее всего, ставлю себе. Следующая покупка – это юбка от Vera Moda. Классного фасона, очень такая стильная. Модная клетка, уже, наверное, на второй сезон подряд она держится, но мне нравится сочетание. Клетка, принято считать, да, что это такая идет расцветка более... Строгая, официальная, а рюши женственная. И вот эта вот строгость, женственность, мне кажется, создала прекрасное деним. Деним. Обожаю слова путать. В общем, очень красиво. Единственный ее недостаток. Я даже когда снимала примерку, вот этот вот край по низу, он не обработан никак. И нитки лезут. Я подстригла все как положено. Пришла снимать лукбук. Потом уже, когда дома монтировала, увидела, что там торчат местами нитки. Я не знаю, либо, может быть, как-то зажигалкой пройтись, да, чтобы запаять край, потому что тут вот опять я все пообрезала и опять уже торчат. Это размер 8, но мне кажется, она немного на меня великовата. Вот, очень стильная, модная, и хоть синтетика, но она крутая. А теперь самая просто вырви глаз вещь из этого всего обзора. Если можно, я так и оставлю висеть здесь, потому что не буду дергать, и я сейчас свою супер полочку, вот эту подставку завалю, потому что она мне такая неустойчива. Кстати, если будете смотреть в эпицентре себе такие стойки, самую дешевую не берите, лучше переплатите деньги, но возьмите нормальную. Поверьте, нервы будут целее. Моя постоянно рушится, ломается, падает на все, разливает в итоге чай, который я пью уже на полу. В общем, ладно, отошли от дела. Куртка. Пуховик одеяло, но не просто пуховик одеяло. Сейчас вы видите синюю часть. Двусторонний пуховик одеяло. Подобная модель есть у Кацуриной. Посмотрите, кому интересно, кто ищет свой идеальный пуховик. Вот, у нее есть. И я, когда у нее смотрела каталог с товарами, конечно же, я восхищалась, мне это нравится. Ну, цена, допустим, для меня может быть высоковата. Хотя, в принципе, если так задуматься, высоковато, знаете, почему я так сказала? Потому что, учитывая, за сколько я взяла свой пуховик одеяло, та цена, да, большая. В общем, не могу долго томить вас. 480 гривен и минус 5%. Вот такая вот была цена этого пуховика. Я не знаю, почему его люди проигнорировали. Опять-таки, почему у нас не смотрят на такие вещи. Хотя, знаете, я только что поймала себя на мысли, что это второй пуховик одеяла, который куплен именно в этом магазине. То есть, видно, там не пользуются ни спросом, и цена смешная просто. Я когда его увидела, мы сначала смеялись. Мой молодой человек, когда снимал мне примерку, просто хохотал, он говорит, чебурек какой-то. То есть, он не понимает, что это сейчас модно и что это очень крутая вещь. Я просто вот его накинула на море, мне так тепло было так комфортно. Мама переживала, что он будет под низу поддувать, то есть, да, тут будет хорошо, тепло, уютно, а снизу будет гулять ветер. Нет, ничего не поддувает, такая вот комфортная длина. Представьте, какие с ним можно аксессуары, да, если синюю сторону оставить, там, какую-то сумку одеть яркую, красную шапку. А если одеть разноцветную сторону, то это вообще сумасшествие получается. Я не знаю, я не могу понять, почему мне он достался, что я такого хорошего сделала в жизни, что именно у меня такой пуховик одеяло. Это мои покупки на сегодня заканчиваются, но знаете, кое-что в следующем видео уже ждет, когда его снимут. Теперь давайте перейдем к подаркам. Сразу хочу сказать условие одно. Быть подписанным на мой канал. Конкурс проходит по территории Украины. И поехали.
первая вещь. Это базовая рубашка от Vera Moda, 34 размер. Она такого бежевого, пудрового цвета с легким розовым оттенком. Замеры на все вещи тоже представлены внизу в инфобоксе. Прошу прощения, что она не поглажена, просто у меня достало резко снимать видео, резко решила всех одаривать подарок. Следующая вещь – это Warehouse. Это вот такой вот топ. Очень красивого цвета, и если я не ошибаюсь, то топ не просто полиэстер, да, верхняя часть это шелк, внутри подкладка полиэстер, он очень красивый, посмотрите, цвет шикарный, и по бретелькам еще расшиты бусинки, под грудью идет резинка, ну очень классный цвет. Тоже размеры все внизу. Следующая вещь, это такая симпатичная кофтюля Dorothy Perkins, 10 размер, рюшики, ее можно на рубашку, ее можно на платье, как кардиганчик такой использовать, очень красивая вязка, и состав здесь не скажу вам состав, потому что, а нет, 100% коттон, еще гляньте, какие пуговички классненькие, такие ромбик. Заключительная вещь, такая вот рубашка, безрукавка, это By, 10 размер, она внизу стягивается на талии, пуговички, в общем, такая вот летняя вещичка, ну, на лето может кому-то пригодиться. Можете участвовать и выиграть вещи не себе, чтобы подарить кому-то, отдать кому-то. Главное, попробуйте участвовать, у меня все, кто принимал участие, всегда свои призы получали, это все честный конкурс. Спасибо, что смотрели до конца, мне это безумно приятно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вещь из всего того, что я показала, вам понравилась, какую вы считаете классной покупкой, а какая вещь, ну, не нужное, лишнее, просто затратное. Не забывайте подписываться ко мне на канал, подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Кто уже подписан, передаю вам большой привет. Там у меня жизнь бьет ключом, рассказываю много полезной информации, делюсь косметическими средствами, которые я люблю, разговариваем о моде, да просто делимся секретами. У меня с многими девчонками там завязалась плотная дружба. Еще раз спасибо, что посмотрели мое видео. Целую, люблю. Пока. Участвуйте в конкурсе. И если вы хотите выиграть все эти вещи, пишите по порядку. Участвую, хочу то, либо то. Пока-пока.